Сегодня, 16 апреля, мы открываем сезон по уличной атлетике в Нижнем Новгороде. Как вы видите, этот вид спорта достаточно популярен. Молодежь выходит на площадки, совершенно бесплатно занимается, ведет здоровый образ жизни. Собственно говоря, я всех приглашаю. Сейчас во многих парках есть такие бесплатные открытые площадки. Приходите, занимайтесь, участвуйте в конкурсах, участвуйте в соревнованиях, выигрывайте призы. А самое главное, будьте здоровы! Всем привет! Сегодня мы открываем сезон уличной атлетики в Нижнем Новгороде. И это значит, что целая куча народу собралась здесь, в парке Швейцария, чтобы потренироваться, чтобы отдать дань спорту и здоровому образу жизни. Присоединяйтесь к нашей команде. Здоровая нация – это мы. Куда вы сегодня пришли? Мы пришли на открытие сезона воркаут и готовы тренироваться, заниматься все лето. Отлично! Девчонки уже с нами. А как же вы? Как тебе сегодня удалось удерживать 3 килограмма бананов? Скажи о своих эмоциях. Было очень непросто, но... Бананы тяжелые! Да, было очень непросто, банан достаточно тяжелый. Вот, но я старалась как могла, но, к сожалению, я проиграла. Ты проиграла всего лишь 3 секунды, ты будешь дома тренироваться теперь? Да. Ну и на бананах, наверное. На утюге? Нет, это слишком легкий. Слишком легкий? Тут в спортзале побольше вес брать. Ребят, привет. Откуда вы сегодня к нам приехали? Из Дзержинска. Из Дзержинска приехали. А куда вы приехали вообще? На фестиваль. На фестиваль, на открытие. А ты выиграл целую кучу бананов, правильно? Да. Молодец. Алексей Витальевич. И Вадим Курицын были с нами вместе со здоровой нацией. Спасибо, ребят.